В свое время, когда мы репетировали «Полет журавли», хореографию, пластику журавля, ко мне пришел мальчик один с улицы. Ну, какой мальчик? Ну, относительно мальчик, конечно, взрослый парень, который всю свою жизнь занимался белым журавлем. Вот тогда первый раз, это где-то в 83-м году, я услышал об этом стиле. И вот тогда появилась мысль, а как же, как вот совместить смысл боевого искусства и воздушного полета? Ведь что-то в них есть общее. Благодаря боевому искусству я начал постигать какие-то моменты в воздушном полете. Тем более он приходил и подсказывал. И как интересно, человек, который ни в гимнастике, ни в воздушном полете, тем более ничего не понимает, он видел главное, видел суть. Номер создавался Петром Майстренко и Валентином Гневушевым на тему Великой Отечественной войны, на песню, мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедших полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. И на эту песню был сделан сценарий и воздушный балет тире полет журавлей.
Thank you.